Так, смотрим, значит, смотрите, это у нас мама. Мама не молодая, ну и не сильно старая. Ну, лет 5, наверное, у нее зубки слегка подстертые, но все на месте. 4-5 лет. Значит, мама очень маленькая. Мама сантиметров 35, ну 40 максимум. Мама маленькая, чтобы вы понимали. Возьми ее так, приподними. Нет, вот так, да. Мама не крупная, вот. Мама такая симпатичная, мама маленькая. Очень хорошая, ласковая девочка, спокойная. Хорошая девочка. Так, это у нас мамины дети. Это девочка, вот такая милашка. Детки, естественно, маленькие будут. Ну, зубки нам еще не начали меняться. Месяца по 3,5. По 3, вот такие вот дети. Это мальчик. Дети все контактные совершенно. Мама контактные дети. Мальчик немножко покрупнее, девочка вот немножко поменьше. Дети вообще контактные, прям такие веселые. Будут не крупными. Мама, повторюсь, мама где-то 35 сантиметров. Еще две сестрички у нас. Вот такая вот терьеристая. Вот такая мохнатая. Очень интересная девица. Маленькая такая. Они так на руках замирают. Так-то они бегают, скулят, визжат. Возьмите на ручки, просятся. Это обычная такая. На мамку похожа немножко. А это терьеристая. Вот такие две девчоночки маленькие. Будут не крупными собачками. У нас еще один мальчик. И так получается, в помете три девочки и два мальчика. Зубки еще маловато. Вместе по три. Вот такой пусечка. Очень ласковые дети, хорошие, контактные. Сейчас одна меня прям вообще лезла в лицо, облизывала. Очень контактные дети. И маленькие, не маленькие такие. Это как-то они так кажутся большие. На самом деле они малюсенькие. Мама 35 сантиметров.